Вася, за что вас остановили? Там поехал где-то. Где-то вот там. Вот там где-то, правильно? Да, вот там вот вообще. Догнали где-то здесь. Человек по автомобилям это приведет. Где? По Московскому проспекту, что приехал. Со второстепенки. Так а при чем тут? Мы сейчас зашли. Я сейчас смотрю, красовался за Панакотика привлекался. Я Панакотика привлекался. Нет, ну то, что он там, это и уже другое будет. Ну бредит. Это другое уже будет. Мы сейчас за ситуацию говорим, что вы человека остановили. На основании чего вы остановили? Нарушен правила дорожного руха. А именно пункт какой? 4.2, знак, поворот только проворочный. Вы за ним ехали? Да. За ним ехали? Не видел вообще. Нет, мы не за ним ехали. Мы по бульвару Панарахмельницкого в сторону Московского ехали. То бишь у вас четкого видео нет, не будет, а где он поворачивает направо? Есть. Четкое видео. Он же его делает второстепенно. Сейчас, ну все покажем, все есть. Я ж ничего не против. Он едет по второстепенной дороге, делает движение прямо и поворачивает налево на Московский проспект. Я понял. А у вас есть зафиксированный непосредственный сам знак? Сам знак? Сам знак можем проехаться, посмотреть. Нет, смотрите. Мы говорим за сейчас, потому что вы его остановили вот здесь. Да, две секундочки, я по базе посмотрю, хорошо, и будем уже... Это... Что-то вообще вопросы с наркотиками. Ну, у вас было, что-то было, да? А у вас что-то было, может, с животными что-то было у вас? Вот, скажи. Нет, я могу, я же показываю, я спросил. Что показывать? Вы за наркотики привлекались? Такого утвердительный вопрос. Сейчас разберусь, две секунды, и буду уже давать четкие ответы. Нет, это, конечно, уникальный как бы ответ. Я в шоке, я такое еще с ответом. Я спросил, за наркотики привлекались. Нет, вы за наркотики привлекались? Утвердите, смотришь по базе, что ли? Я вообще, я удивляюсь этих работников полиции. Ну, было раньше ГАИ, все тоже удивлялись. Да. А теперь просто охуевают. Да, согласен. Народ просто именно в печали. Я думаю, мы вам сейчас поможем. Чем сможем, тем поможем. А вы кто? Активист, блогер. 40.3. И такое прочее. У нас есть группа в Телеграме, Надзор Харьков. Куда заходите, если есть какой-то конфликт с патрульными полицейскими, пишите. Ну, там правила все описаны. Мы приезжаем, помогаем. Ну, непосредственно я стараюсь приезжать. Вот в рабочее время как бы вот, еду, там помог. Вот сейчас тут стараться буду помогать максимально. Машину не глушат, стоят, говорят, типа вот. Можем не глушить, это же налоги наши. Да, без разницы. А того человека за что остановили? А я не знаю, вот уже давно стоит, думал, это с вами. А этого человека вот там вот то, что стоит, вы тоже останавливали? Жалко, я туда не подошел. Все, можете ехать. Извините меня, засранца. Все, я тебя прощаю, холоп. Все, иди с Богом. Родственник ваш? Можете подойти узнать. Сказки надо писать. К сожалению, не успел. Я уже вижу второй раз. Про наркотики, про родственников. Вы были заявителем по наркотикам, правильно? Уже подготовлены, да? Что-то я говорю. Может человек не отвечать? Ну, я просто спрашиваю. Не, просто вы, смотрите, сейчас я за него отвечу. Вы просто на него наговариваете. Это клевета. За клевету, как бы за то, что вы человека... Я могу планшету показать. Не нужно ничего нам показывать. Мы вашему планшету не верим. Знаете почему? Потому что в вашем планшете очень много брехни написано. Это клевета, да? Конечно, клевета. Можно ваша службовая посетить? Будьте так любезны. Вам сейчас скажут, не Леликов. Леликов, правильно? Леликов Владислав Вячеславович. А можно ваше? Не, все, конфликт. Ну, какой конфликт? Вы что? У нас Жариков Егор Иванович. У меня номера были в жарю. Я знаю.
Это хорошо, что я не помню после чего. Что-то мне рассказывал, но я не помню. У меня много интересных номеров. Давайте, подождите, давайте, прежде чем вы будете что-то показываться, у нас интересно, розыск справа начинается. Объясню, нет, я сейчас хочу сам посмотреть. Смотрите, я Вячеслав, правильно? Владислав. Ой, Владислав. Да. Я вам просто скажу на будущее, да, что есть у нас уже решение, слава богу, Конституционного суда, что вам как бы беспричинно, если вы не уверены, что человек нарушил, вам запрещено вообще. Мне писала камера, я просто не знаю, что она писала. Скажите, пожалуйста, вы инструкцию 1026 знаете? Конечно, знаю. Скажите, пожалуйста, а вы знаете, что вам запрещено включаться в работу данного пристроя? Ну, вы почитайте, либо спросите у мониторинга. У мониторинга. Непосредственно зайдете, спросите. Так это надо, значит, получается, запрос, да, делать запрос. Я не знаю, как это у вас, да, будет происходить. Как мне разглядывать справу, если написала. Непосредственно, так, сейчас будет, вот это видео будет смотреть Барыбин, Сережа есть. Хорошо, такой. Я не против, хорошо. Вот он четко и ясно мне сказал в кабинете. Мне нельзя сюда влезть, да? Нельзя, показывать. На планшете да, здесь нет. Вот так вот. А теперь вы должны написать рапорт и задать вопрос это Барыбину. Смотрите, другая ситуация. Если мы показываем на своем видеорегистраторе. Вы говорите чуть-чуть другое. Уже отдельная будет процедура. Да. Не, мы же хотим за рамку закона. И скажите, пожалуйста, насколько я знаю, кроссовки должны быть 5.11, да, у вас? Нет, 5.11 нет вообще. Или как там они правильно? В черном виде просто должны быть. В черном виде. То бишь вы 718 приказ не нарушаете. Я думаю, нет. Однострою. Скажите, пожалуйста, там прописано вот так вот, да. Просто там Пума написано. Пума написано. Это хорошо. Вот так, вот такие должны быть. Ну это ж не 5.11. Ну я ошибся. А как? 5.0, да, да, или 5.1. А, 5.1, по-моему, 5.1. Нет, это украинский жетон. Ну что-то такое. Ну я ошибаться могу. Я посмотрю, у меня есть распечатка по 718. Вот. Давайте для себя, хорошо, вы посмотрите. Хорошо, да, давайте я посмотрю. Посмотрите, пожалуйста, если я считаю так, ну как бы я сделал, как нормальный полицейский, да. Если я не прав, я извинился перед человеком и разъехались в две разных стороны. Ну это я считаю, это правильно. Было, что вы заявляли на наркоманов, вы или где-то привлекались, или что-то. В 2019 году было что-то? Не, ну я же говорю, посмотрел по базе, вы мне сразу выяснилось, что меньше справа на наркотики было. Ну у нее там еще написана уголовная статья. Да. Какая уголовная статья написана? Не, я спрашиваю, Ну да, человек может по 63-й пойти. Конечно, я не все. Против, все. По 63-й. Хорошо. Потому что не против, просто что уточнили. Не, я же тоже ж наркоманов не защищаю. Но я сейчас вижу, да, что да, он да, вообще да. Не наркоман. Да. А может я очки снять? Может они им кажется? Ну где он? Ну вам вообще кажется, что он человек когда-то употреблял? А? Нет, вообще такие вопросы вот, ну, как-то даже обижают. Я согласен. Я спросил, вы где-то заявляли. Давайте я вас спрошу, вы были замечены в зоофилии каких-то судов? Вас это как, задели? Ваше субъективное мнение. Если вам так приятно говорить, вы можете говорить все, что я даже, меня, понимаете, настолько я воспитан, что не буду людям такое говорить. Ну, как? А я говорю то, что было у меня в планшете. Это бред. Да? Ну, планшете написано. Что это за планшете? Я спросил. Не, ну это обидно. Ну, допустим, и мне бы сказали, что я наркоман. И меня бы так называли наркоман. Ну, я пошел бы... Не обзывайте кого-то, что наркоманом не видит. Был вот как разговор, как я говорил. Я же не сказал, что наркоман. Не, ну к наркотикам вы, получается. Уточнили, что происходило. Что у вас были случаи с наркоманом? Так, я же спросил. Может, вы останавливали наркоманов? Может, вы кого-то задерживали? Может, кого-то поймали, сказали. Вот у вас там сразу опись там была. Инша подия с наркотиками. А там, смотрите, когда там указано, что человек привлекался, вы видите эту информацию, что он привлекался. Нет, там написано «Инча поипадия», «Наркозлочин». Написано так. А там, когда привлекается человек... Как, можно не доказать, правильно? Его поймали с наркотиками. Да, можно не доказать, что там наркотики. Я уже пишут «Инча поипадия». 7 лет никаких не участвовал там, в судебных делах. Я вот живу в страхе. Да, в страхе. А то, что происходит в этой стране. Вот такие вот демагоги, они вот развивают демагогу в телевизорах, везде.
на улице теперь, вот подходит человек, говорит, ты на наркотики привлекался, и как вот стоишь, офигевший там. А знаете, почему так происходит? Потому что, к сожалению, у нас 0,01% людей не знают законодательства. Ой, знают законодательство, а остальные 99,9% они не знают этого. И этим полицейские пользуются. А, конечно, это власти так и пользуются. Вот, к счастью, я очень много учу. Все люди не должны знать законодательство и законы. Но почему? Ну, кто-то не имеет желания, просто вот ходит женщина, она, допустим, пекарь. Ну, зачем вот женщине учить? Она просто хочет спокойно жить. А подходит вот такой человек и говорит, а вы не привлекали за наркоту? Так она так ступор впадает. Я понимаю, что это все фантазия этого человека. Но зачем вот простому граждану вот такое вот на улице? Инспектор, я вам скажу. Вы согласны? Я тут не покажу. Если у меня были, мы проехали. Да вы проехали куда-то туда. Она бы была далеко на месте, я тут сейчас не покажу. Вы так подумали, что я так поехал, да. Я видел вас. Нет, тут уже ближе, как там это смогли. Поэтому я считаю, что как бы человек не виноват ни в чем. Я думаю, не стоит вам труда извиниться. Ну там, ну так. Извиняемся за... Вот это нормальный поступок, да. Полицейский. Я не увидел. А я вам сказал, что видео у вас нет. Вы сказали, сейчас мы оформляем. Нет. Мы оформляем, а потом сейчас я видео покажу. Я это будет сопутствующий вот процесс. Не. Конечно. Вы еще начинаете. Я сразу, а как не начинаете? Как я говорю? Ну, давайте, говорите мне. Смотрите, вы врете. Да. Вы еще даже не прожили столько, я уже врете. Взрослый человек, как говорите, не врете. Вот так вот вся власть постоянно врет. Сегодня этого Тищенко заломал этот. Да вообще без разницы, я на них не смотрю, мне вообще... Нет, на... бардак, везде вот это, бардак. Ну потому что... А этот сказал, Патура, слышишь ли я врач, что Патура сказал? Ну он сказал, говорит, надо вот это ПСЖ, говорит, заканчивать с этими вещами, людей надо этим стрелять. Это врач сказал сегодня. Посмотрите на YouTube, вы же выше ставите все наши там вот эти все. Ладно, я думаю, езжайте, с Богом. Да, всего доброго. До свидания. Да. Счастливо. Давайте, всего доброго. Счастливо. Все, я думаю, все, человек не задержан, да? Друзья, ну как-то так, а полицейским брать пример с вот этих полицейских, которые, ну, были неправы немножко и извинились. Поэтому я считаю, это нормальный поступок. Естественно, я разговаривал корректно. А то вы же вечно там рассказываете, что я, блядь, на кого-то матюкаюсь, кого-то оскорбляю, кого-то унижаю. Ну, мне нет смысла их оскорблять и унижать, потому что они не сделали того, чтобы повлекло конфликт. Они даже показали на камеру свои зубы посвечены. В общем, друзья, долго разговаривать не буду. Вы знаете, что делать, там лайки, подписываться на канал. Ну, а я погнал дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова